Гастингс, настал решающий момент. Триумфальный момент подведения итогов. Великое мгновение, когда в театре загораются огни. В зрительном зале воцаряется тишина, и все глаза обращены к Пуаро. Сегодня ночью на этой сцене будете блистать вы. Люди будут ждать наших слов. Кто-то с облегчением, кто-то нетерпеливо, а кое-кто со страхом, чувствуя, как сеть улик медленно, наверное, стягивается вокруг их шеи. И еще кое-что перед тем, как мы начнем. Вам понадобится помощь Пуаро. Я могу подсказывать вам и направлять. Или, если вы уверены в себе, я отойду в тень и позволю вам самостоятельно изложить выводы, плоды трудов ваших серых клеток. Что вы решили? Я бы хотел, чтобы вы сами выступили. С удовольствием, мой друг. Эбьен, мадам и месье, мы собрали вас здесь, чтобы поведать факты касательно убийства Арлены Маршалл. Миссис Кассел, хозяйка отеля, не сможет присоединиться к нам. Она покинула остров, и в данное время за ней тщательно следит полиция. Боже правый, вы хотите сказать, что она убила миссис Маршалл? Но он совсем нет. Но она некоторое время работала на врагов нашей Родины. Я более чем уверен, что ее арестуют, как только она приведет полицию к своим сообщникам. И кроме того, месье Хорас Блад и его приятель по имени Норт также были взяты под стражу. Что он сделал? Он арестован за хранение крупной партии героина. Так значит, Блад убил миссис Маршалл? Нет! Диверсанты? Наркоторговцы? Мистер Блад, а вы еще говорили, что здесь скучное место. А теперь давайте вернемся к нашему убийству. При раскрытии убийства необходимо отделять важные зерна улик от многочисленных плевел, мешающих следователю. Как только нам это удалось, ответ был найден. Давайте начнем со сравнения двух бутылочек. Разумеется, я говорю о... флаконах с духами. Я говорю о двух флаконах с духами. Первая бутылочка была в ванной комнате мадам Маршалл. Как я заметил, она подушилась в то утро как раз перед выходом в море. Зачем ей понадобился второй флакон? И почему он лежал в пещере? Перейдем к другому сравнению, которое стало возможным благодаря экспертизе мисс Данли. Три кусочка зеленой ткани. Один обрывок ткани был найден рядом с пещерой в бухте Каттера. Другой кусочек зеленой ткани мы нашли в камине в номере Линды Маршалл. Казалось, что это одна и та же ткань. Ткань со шляпы мадам Маршалл. Но мадемуазель Данли с первого взгляда определила, что материал фрагментов отличается от шелка шляпы. Этим утром имел место еще один интересный инцидент. Кто-то выбросил бутылочку с балкона, едва не задев мадемуазель Брюстер, купавшуюся у скалистого пляжа. Зачем избавляться от ненужной бутылочки таким способом? Ведь повсюду стоят урны. И содержимое бутылочки оказалось не менее интересным. Искусственный загар. Экспертиза подтвердила, что во флаконе был лосьон для загара. В такую-то чудесную погоду, при ярком солнце, кому это могло понадобиться? И потом, содержимое термоса мадам Маршалл. Трианал. В ее кофе подсыпали большую дозу снотворного, трианала. Вместо того, чтобы взбодриться, она просто крепко уснула. По отдельности улики мало что значат. Но вместе? Душ в неурочное время? Одинаковые духи? Два клочка ткани со шляпы похожие, но не идентичные. Искусственный загар на ярком солнце. Благодаря всему этому я нашел единственно верный ответ. Кто-то хотел выдать себя за Арлену Маршалл. Кто-то хотел скопировать шляпу мадам Маршалл, ее загар и даже запах. Как нам определить, когда произошло перевоплощение? Разгадка в звуках. Звук текущей воды. Действительно странный звук.
Его слышали Пуаро и горничная Глэдис Наракот. Кто-то принимал ванную поздним утром. Как мне вчера удалось убедиться на собственном опыте, звук льющейся воды слышен в такой час по всему отелю. Почему кто-то решил принять ванную так поздно, когда все уже встали и позавтракали? Чтобы смыть искусственный загар. Чтобы смыть искусственный загар? Разумеется. После нанесения загара пустую бутылочку выбросили в море, едва не задев мадемуазель Брюстер. Очевидно, что кто-то притворялся мадам Маршалл в то самое утро, в то самое время, когда ее убили. Но зачем? Чтобы обеспечить алиби убийце. Вот именно. Я рассчитал время, которое ушло бы у каждого на то, чтобы добраться до бухты Катера, убить мадам Маршалл и вернуться между без 20:11 и четвертью первого. Это могла быть только мадемуазель Дарнли. Месье Пуаро! Камеву, мадемуазель. Вы были ближе всех, но способ совершения убийства, удушение сильным человеком, исключает вас. Капитан Маршалл печатал письма. Линда Маршалл и миссис Редферн были вместе в Чайкиной бухте. Месье Редферн видели многие постояльцы и персонал отеля. Миссис Касл и персонал отеля работали. Гарднеры были на террасе. Мистер Гарднер лишь отошел за пряжи. Несмотря на опасения мадам Гарднер, мой секундомер подсказывает, что он не успел бы совершить убийство. Мадемуазель Брюстер плавала, разговаривала с Пуаро и каталась на лодке. Месье Блад был на яхте. Майор Барри потерялся. Месье Лейн был на прогулке. А как же тоннели? Ах да, тоннели. Если кто-то знал о них, он мог добраться до бухты Катера незамеченным. Но дорога заняла бы не меньше времени. Проход от веселого Роджера до бухты Катера или от монастыря до бухты Катера через тоннель займет почти столько же времени. А без компаса и того дольше, я вас уверяю. Способ убийства? Удушение пары сильных рук. Только мужчина или очень сильная женщина могли сделать это. Правда, есть одна женщина, которая достаточно сильна. Мадемуазель Брюстер. Мадемуазель, простите меня. Ничего страшного. В здоровом теле здоровый дух. Поэтому мы можем исключить мадам Касл, мадам Гарднер, мадам Редферн, мадемуазель Дарнли и мадемуазель Линду Маршалл. Удушение. Да, способ убийства, который нам уже встречался. Школьница Милли Парсонс, домохозяйка Элис Корриган. Два убийства за две недели. Одно из этих убийств имеет лишь косвенное отношение к убийству Арлены Маршалл. Но человек, совершивший второе убийство, напрямую связан с нашим случаем. Убийство Элис Корриган. Элис Корриган и Алена Маршалл были убиты одним и тем же человеком. Как Пуаро узнал об этом? Железное алиби. Главный подозреваемый в убийстве Элис Корриган имел 100% алиби, так же, как и в нашем случае. Алиби основаны только на расчете времени. Корриган, муж убитой женщины, очевидно, находился в поезде в момент убийства. Так что достаточно было показаний молодой леди Элизабет Страйт, которая якобы обнаружила тело Элис Корриган по меньшей мере за 20 минут до того, как та была убита. У мужа было время выйти со станции, убить жену и скрыться до прихода полиции. Обратите внимание, алиби прекрасно сработало. А что здесь? Здесь подсказка, натолкнувшая меня на разгадку убийства Арлены Маршалл, заключалась в часах ее падчерицы. Нет, Пуаро, вы ошибаетесь. Часы Линды показывали точное время. Если бы часы Линды Маршалл показывали точное время, я бы принял это очевидное свидетельство за случайную ошибку. Но это не случайная ошибка. Это сознательная ложь. Ложь Кристины Редферн. Вы лгунья, мадам Редферн? Нет. Вы играли роль Арлены Маршалл. И единственным способом сделать это было перевести время на часах Линды Маршалл. У вас была такая возможность в Чайкиной бухте. У вас была возможность перевести их назад, когда вы прокрались в ее комнату, чтобы подкинуть ткань со шляпой, которую вы использовали в своем маскараде. Но как она могла перевести время на моих часах? Я ведь тоже была в бухте. Мадемуазель, это же так просто.
перевести часы на 25 минут назад, пока вы плавали в море, а потом, когда вы снова собирались пойти купаться, спросить вас, который час. Часы показывали без 15:12, хотя на самом деле было всего лишь 11:20. Пока вы купались во второй раз, она снова поставила точное время. Она уже переоделась в белый купальный костюм, как у Орлены. Зеленая шляпа лежала в сумке с рисовальными принадлежностями. А лосьон для загара она нанесла гораздо раньше и теперь прячет его под одеждой, которую носит якобы от солнца. В 11:20 мадам Редферн спешит в бухту Каттера. Дорога туда занимает не больше 15 минут. Я сам засекал время. Она находит Орлен, лежащую без сознания, под действием лекарства, которое подсыпали в кофе, и перетаскивает ее в грот. Но это было непросто. Она пролила кофе. И порвала шляпу. У нее есть всего несколько секунд, чтобы брызнуть на себя духами Орлены и улечься на пляже, как раз перед появлением лодки мадемуазель Брюстер. На часах ровно 11:40. У вас нет никаких доказательств. Зачем ей было лгать? Она любит вас, месье Редферн, а вы любите ее. Я прав? Мистер Пуаро, значит, той женщиной, которую я видела на пляже, была Кристина Редферн, а не Орлена Маршал. Oui, bien sûr. Маленький спектакль, разыгранный специально для вас. Шаг за шагом. Вы видели только то, что должны были видеть. Оставалось лишь позвать на помощь. Вот тогда и происходит настоящее преступление. И вот теперь действительно, без четверти 12. У нашей лже-мадам Маршал есть время смыть загар, переодеться и успеть к игре. Месье Пуаро, думаю, все согласятся, что у меня мог быть мотив для убийства, но не у Патрика. А вы думаете, я поверю в вашу ревность, мадемуазель? Когда ваш муж, если только он правда ваш муж, любит вас, и вы об этом знаете? Нет. Настоящий мотив заключается в двух бумагах. Письмо от юристов Орлены. Из телеграммы следует, что она сняла значительную сумму со счета на прошлой неделе. 10 000 фунтов, если быть точным. Вам известно об этом, капитан Маршал? Впервые слышу. Письмо от Джей Энн.
письмо от бывшего поклонника Орлены, некоего Джимми Нэша, в котором он излагает свои догадки о ее отношениях с другим мужчиной. Из письма ясно, что в прошлом она не раз давала деньги автору письма. Я говорил уже капитану Маршалу, что пока мы не поймем, каким человеком была Орлена Маршал, мы не сможем разгадать, каким человеком был ее убийца. Что же мы видим, судя по этим двум письмам? Мужчины, которые привлекали Орлену, использовали ее. Орлена Маршал хотела, чтобы ей поклонялись, чтобы ее обожали. Это правда. Но чем все кончилось? Она была легкой добычей для мужчин, которые пользуются такими женщинами. Джимми Нэш убедил ее дать ему денег. И Патрику Редферну это тоже удалось. И я совершенно убежден, что до Джимми Нэша в ее жизни было много таких мужчин. Орлена не была хищницей. Она была жертвой. Из-за своего характера и... из-за характера Эдварда Корригана, убившего ее. Так же, как он несколько месяцев назад убил свою жену, Элис, из-за наследства. Вы ничего не докажете. Вам нечего представить в суде. О, вот тут я сомневаюсь. Есть кое-какие обстоятельства, о которых пока не знает даже сам Пуаро. Хотя, зная его, думаю, он их предвидел. Я послал вашу фотографию, которую Пуаро нашел у вас в чемодане, в полицию Бриксхэма. Позвольте мне подытожить, полковник. Они идентифицировали вас как Эдварда Корригана и Элизабет Страйт, молодую женщину, нашедшую тело. Что ж, тогда вам всем крышка. Эдвард, не делай глупостей. Кажется, это револьвер. Милая, если хочешь, можешь отправляться за решетку. У меня другие планы. Пуаро, разве мы не побежим за ним? Пуаро ни за кем не бегает. Гастингс, не забывайте об отсутствующем сигнальном огне. Редферн договорился с Уиллом Дженксом. Нам нужно идти наверх, а не на улицу. Вы всюду успели сунуть свой жирный нос. Один шаг, и вы покойник. Думаю, мне придется вас убить. Это ваш шанс, Гастингс. Скажите ему, если хотите. Пуаро еще хочет жить. Ну, стоит подавать сигнал. Почему нет? Я солгал юному месье Дженксу. При чем тут Дженкс? Этот сигнальный фонарь вы украли из сейфа мадам Касси. Она подавала сигналы подводным лодкам. Я нашел фонарь и кодовую книгу. Я сообщил месье Джемсу, что три длинных вспышки значит, что все спокойно. Но на самом деле, это сигнал начинать огонь. Я знал, что вы пытаетесь помешать мне уйти, но я не дурак. Вы блефуете. Это не блеф. Вы скользкий иностранец, что я вам не верю. Очень хорошо, Гастингс. Теперь мы можем пройти. Верно. Это сигнал.
Achtung! Stellen Sie Koordinaten ein! Bereit! Ziel! Остается одна загадка, Гастингс. У вас есть подсказка. Код. Так какой код позволяет управлять стрелкой детектива? Когда будете знать ответ, скажите мне, и тогда мы посмотрим. Эбьен, друг мой, если вы думаете, что знаете код, наберите его на телефоне. Браво, Гастингс. Именно этот код задействует стрелку детектива. Вы разгадали секрет ее магии. Дело закрыто, мой друг. Вы почувствовали, каково это быть Пуаро? Пуаро, буду откровенен. Теперь, когда я побыл с вами, работа детектива не кажется мне простой. Спасибо за интересный опыт. Я горжусь дружбой с вами. Я тоже ценю нашу дружбу. Мы чудесно провели время. Да, и за это я должен благодарить вас. Простите, старина. Боюсь, мне пора в военное министерство. Итак, наше преступление раскрыто. Но на пороге другое, гораздо более страшное. Не волнуйтесь. Конечно, какое-то время придется обходиться без пляжного отдыха, но, думаю, мы прорвемся. Все окончится хорошо. Гастингс, я чувствую себя динозавром. Рушится мой мир, где добро всегда торжествовало над злом, где улики складывались в четкую картину, где убийцу ожидала неизбежная расплата. Грядет война, какой мир не видел. Неизвестно, кто победит, но цена победы будет неимоверно высока. Я боюсь за наш мир. Он уже никогда не будет прежним.